Массовое пищевое отравление в военно-морском лицее Одессы. 20 воспитанников заведения в различном состоянии сейчас находятся в городской инфекционной больнице. Первых пациентов доставляли ночью 1 октября. 1 числа, 11:30 ночи, к нам доставлено было 7 пациентов в возрасте 14-15 лет. И вчера поступили еще 13 человек. Предварительный диагноз – пищевая токсикоинфекция. Посевы, необходимые при поступлении пациентам, были набраны. В течение 5 суток с момента забора анализов анализы будут готовы. И тогда мы сможем назвать или не назвать, как называется эта кишечная инфекция. Состояние пациентов при поступлении средней тяжести. У многих была высокая температура, у некоторых жидкий стул, у некоторых рвота, боли в животе, у всех в разных сочетаниях. На сегодняшний день состояние пациентов улучшилось, все получают лечение соответствующее. И на сегодняшний день часть пациентов находится в удовлетворительном состоянии, некоторые пациенты в состоянии средней тяжести. Пострадавшие лицеисты говорят, что им стало плохо после того, как они съели кашу с тушенкой. Я съел цієї каші, и мне как бы стало трошки погано. Вже на вечір мені було зовсім якби погано, і була на вечір горохова каша, і вже кашу я якби не зміг їсти, взяв тільки бутерброд і чай. Ну, тобто все. А вже вночі мене забрала швидка допомога. Я звернувся до чергового поліцею, капітана 3-го рангу Зайця. Він на той момент чергував, і якби він мені викликав швидку допомогу. Воскресіння з'їв на ужин кашу горохову и мясо. Она воняла сильно. И после этого на день-другой мне плохо было из-за этого. И тут оказался в больнице. То есть живот болел. Рвать хотел сильно. Лицеисты в один голос говорят, что в тот день ничего, кроме пищи в столовой, не ели. Ребята из наряда подтвердили, что еду привезли в обычном порядке из военной академии, и дежурный офицер при них снял пробу. Тем временем в штабе ВМС сообщили, что в лицей направлена соответствующая комиссия. У лицею військово-морских сил триває перевірка по даному випадку. За результатами перевірки будуть прийняті відповідні рішення, у тому числі і кадрові. Слід зазначити, що перевірку проводять у тому числі і військова служба правопорядку, яка є незалежною від військово-морських сил. Ну и по некоторым данным, поставщиком пищи в военную академию, откуда и обеспечивается лицей, является частное предприятие «Артек», неоднократный победитель тендеров Минобороны на протяжении многих лет. Сервис и качество услуг, предоставляемых предприятием, не раз вызывали нарекания со стороны военных. Точку в деле должна поставить специальная комиссия.